всем привет, друзья! С вами я, Никита. И сегодня я вам покажу приватку от ютубера Курыч. Ну что ж, давайте идти к самому ролику. Первое у нас режимы. Магазин, офлайн, играть, сервер. Но мне это уже нравится. И еще есть Телеграм, ВК. И как у нас, и какой у нас уровень. У меня уже ник Никита 900К. Ладно, давайте зайдем в магазин. Оружия тут не так уж и много. Я купил вот такой вот уже ножик. И вот такие вот ботинки. Достаточно нормальная приватка для ютубера. Еще тут такой вот красивый фон. И сегодня я вам покажу еще пасхалки. Ладно, идем сначала смотреть карту. Так, все, я уже создал сервер. Сейчас идем показывать карту. Карта достаточно красивая. И еще тут есть пасхалки. Сейчас я вам них покажу. Первая пасхалка находится на вот таких вот саньях. Это пасхалка на вот такого вот человечка. Следующая пасхалка на довольно-таки популярный мем. Чито Фредди Огулеро, Чито Фредди Фазбер. Оу-о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 у. Ну, там, правда, не такой Фредди, но вот он. Он у нас вот тут вот есть. Такая вот картинка. Следующая пасхалка у нас находится в гараже тети Зины. Наверное, вы подумаете, что мы, если зайдем, там ничего такого не будет. Но не тут-то было. Смотрите. Мы просто улетаем. Это не просто так сделано. И потом, тогда мы улетаем. Вот, у нас тут есть еще один вход. Мы в него идем. И вот у нас там какая-то карта. И еще там есть вот такая вот бутылочка. Вот она. Ладно, летим на саму карту. И, кстати, там не только эта карта. Там еще есть вот такой вот... непонятно кто. Следующая пасхалка на карте... на вот этой следующей карте. Ладно. Идем уже на карту, собственно. Так. Вот у нас с виду обычная карта. Ну, вы думаете, что вот эта пасхалка? Нет. Ее бы все давно заметили. Походу, она где-то... А, нет. Она находится вот здесь. Вы думаете, просто какая-то штука. Ну... смотрите, мы куда-то тут проваливаемся, вот. И тут у нас Дед Мороз стоит с подарком. Довольно-таки прикольная пасхалка. Следующая пасхалка находится еще на одной вот такой вот карте. Давайте уже создадим. Ой, точнее, там нету пасхалки. В другой карте есть пасхалка. Ну там нужно немного помотаться для начала. Все, так, идем на эту карту, собственно. Тут нужно немножко помотаться, чтобы добраться вот туда. Там нужно возродиться, ну вот это, типа бомбочкой все взрывать, и чтобы ты заспавнился там наверху. Давайте уже... попробуем там, может, заспавнимся, блин, нет. Ладно, вернусь, тогда там заспавнюсь. Все, после второго раза я уже забрался сюда, вот. Вот эта пасхалка. На вот такой вот памятник с Питером. Ну, довольно-таки прикольно. Ну, тут вот нет хитбокса. Кто не знает, что такое хитбокс, это чтобы не было прозрачным предмет. Да, вот. Это довольно-таки не хорошо. Советую Курычу сделать это, если он смотрит этот ролик. Хотя он не посмотрит этот ролик ни тогда в жизни. Ладно.
чтобы он сделал хоть непрозрачный хитбокс, потому что это довольно-таки нехорошо. Ладно. Ладно. Это были все пасхалки. И на сегодня все. И, кстати, я хочу еще проверить режим офлайн. Давайте на него зайдем. Вот. Тут любые, просто на любых картах заспавниваешься, получается. Ты даже там не выбираешь карты. И все. Ну, советую сделать, чтобы выбирать карты. Ладно. На этом видео подходит к концу. С вами был я, Никита. Всем удачи и всем пока!